Почему так происходит? Мега счастливым становится тот человек, который слышит философию, использует психическую энергию, а тот человек, который не слышит философию, у него вырастает немножечко другое восприятие. Такой человек может быть для всех учителем, всех обучать, говорить: я знаю, я все в совершенстве всем владею, там, и так далее. Но на самом деле является тем человеком, который просто рисует себе еще одну картинку. Я надеюсь, что мои ученики, которые прикоснулись к эзотерике счастья, они живут в этом состоянии. Что меняет у человека состояние счастья? Очень часто алкоголь. Человек счастлив, 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 накопил психическую энергию, радостен, потом бухнул, и все, ему плохо, он выходит неделями и снова ждет момента, когда это произойдет. Почему так бывает, что, помните, я говорил когда-то, концепция материального благополучия, кстати, я никогда не скрывал, еще раз скажу, концепция материального благополучия связана с моими словами. Их очень часто произношу. Многие смысла не понимают. Деньги текут к тому, кому течет любовь. Но есть еще вторая сторона.